Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня задумал приготовить чикенбургер, но не стандартный, а реально вкусный бургер. Дело в том, что котлету для такого бургера обычно делают из куриной грудки. Ну, кто-то по-взрослому нарезает ее пластинками, потом отбивает, из таких ломтиков собирает котлету, а кто-то не заморачивается и делает из куриной грудки фарш. Но согласитесь, красное мясо, то есть голени и бедрышки в курятине вкуснее, чем грудки. Вот на этом поле я и решил сегодня поэкспериментировать на поле классных котлет для чикенбургера. Как делать булки для бургеров, я вам уже показывал в отдельном ролике. Поэтому, чтобы не повторяться, а булки готовить долго, я решил схалявить и купил готовые. Позор на мои седины. Кроме того, понадобится курица, салат, помидоры, сыр и бекон, панировочные сухари, мука и яйца. Ну и соусы тоже будут покупные, извините. Я самодельные соусы специально для бургеров, для барбекю показывал на канале. Поэтому, чтобы не повторяться, вот так. Поехали. Фарш из красного мяса надо приправить. Соль, перец и гранулированный чеснок. А теперь сборка котлет. Я для этого воспользуюсь прессом. Вот такая многослойная штука получается. А сейчас нужно готовые котлеты отправить в холодильник минут на 60, может даже на 2 часа. Дело в том, что при измельчении механическом некоторые клетки разрушаются, лопаются, и, соответственно, клеточная жидкость выходит наружу. В этом фарше содержится также и куриный жир. Этот жир с белком образует такую эмульсию. Так вот, когда мы все это механически перемешивали, а потом так спрессовали, нужно дать время, чтобы эта эмульсия стабилизировалась, чтобы форму приняла эта котлета. Это называется, по сути, осадка. То же самое, что в колбасном деле. Короче, вот эта вот выдержка в холодильнике в течение 60-120 минут позволяет котлетам принять хорошую плотную форму, и котлеты в результате при обжаривании не будут разваливаться. Сначала бекон поджарю, а чтобы он лучше жарился, добавлю оливкового масла. Масло сейчас пропитается ароматом копченого бекона, а потом, когда я на этом масле буду котлеты обжаривать, они в себя этот аромат впитают. Будет вот так вот.
Долгожданный момент пробы. Этот здоровенный, идеальный... Да, я считаю, что это идеальный чикенбургер. Пробуем. Это супер котлета. Потрясающая совершенно. Обалденная. Просто нет слов. Ни в каком Макдональдсе, ни в каком другом Бургер Кинге, в прочих этих самых, вы такого не получите. Слушайте, используйте вот этот метод, когда в середину кладете фарш относительно крупно рубленый из бедрышек, из голеней, сверху и снизу. Кладете вот эти тоненькие полоски грудки. Это сказка этому. Слушайте, готовьте. Я буду дать за кадром. Спасибо за компанию. Всем пока.